Приветствую, друзья, на канале Crossout Lovers. Сегодня в видео у нас будет обзор на реликтовые бочки Дикобраз. У нас сегодня будет три крафта, вот такой на 16 тысяч ом с адроном и дамкой. Потом идет у нас с тремя дикобразами, двумя капканами и созерцатели на 15500 практически. И вот такой малоумный крафт с тремя дикобразами, капканом и... гарпий. Вот такой классный крафт, особенно задние колеса стоят. Ну и в общем хочу уведомить всех, у меня уже с ютубом проблемы начались, я не могу отвечать на комменты, если даже отвечаю, то они через раз отвечаются. На ютубе вообще что-то трэш начал творить. Короче, хз, я не знаю как у вас, но у меня с комментами какая-то фигня. То есть если я даже отвечаю, то у меня это получается, наверное, раза с третьего. Только приходится каждый раз переписывать комментарий. То есть вот такая вот фигня, переходим на дзен, ну, потому что уже, видимо, началась эта блокировка, начиная с комментариев, вот. Ну, в общем, переходите по ссылке, чтобы не потеряться. Ну, а мы пока соберем вот этот вот первый крафтец с адроном. Я думаю, адрон у нас сейчас пока актуален, поэтому, мне кажется, интереснее всего это протестить на адроне. Итак, погнали к сборке. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve. Ну вот он наш дикобразище готов. Ну давайте посмотрим, что у нас дикобразы могут. В принципе, на стримах мы катались на дикобразах, и что-то-то я имею какое-то представление об этой пушке. Ну, в общем, такая классная пушка, я сразу же скажу. Урон у нее есть. Вот что я скажу. Что такое? Что за фигня? Не понял. Что-то тут, по-моему, контейнеры немножко по-другому стояли, нет? Что-то как-то странно. Какая-то фигня, еще невидимая стенка. Короче, они как бы стоят по-другому, но как бы и не стоят. Классно, короче, тут, видите, в обзоре баг нашли. Хотя, не знаю, что-то я вроде не замечал такого. Может быть, кто-то замечал, но я как-то... как-то что-то я это не замечал, что там такое есть. Может быть, недавно относительно появилось. Ну, напишите в комменты, давно-недавно, потому что я только сейчас заметил, если честно. Забавно, забавно. Классно, я еще забавно на свой дикобраз наехал. Это вот тоже забавно, прям капец. Офигеть, не встать просто. Тут скорпа, конечно, это отдельная тема. Здорово, Горынычи, здорово, здорово. Только вот капец меня, конечно, зажали. Мне, в принципе, я сам себя, по сути, загасил сейчас этими дикобразами. А, по сути, мне не было выбора, хоть его коснуть, хоть чуть-чуть напоследок. Ну, тут вообще наших всех завалили, к сожалению. Ну, что-то там я пострелял, конечно, что-то врезался в невидимую стенку, приехал, меня завалили. Короче, бой ни о чем у нас, поражение. У нас 660, ну, хотя, смотрите, я два выстрела, наверное, сделал, попал 667 очков за бой. И на второе место пока нет. Хотя нифига не делал, у нас, блин, бот на первом месте. Как офигенно играем, прям офигенно. Эх, ладно, поехали в следующий бой. И, кстати, по поводу рубрики крафты подписчиков, прям, ну, много кто скинул свои крафты, причем каждый там не по одному закинул, там по два, по три закинул, то есть, ну, там целый свой гараж скинул. Кто-то, он, видите, мне в личку пишет сразу с ссылочками, бывает, то есть, много кто прям... захотел, чтобы его крафт попал в видосик. Классно, я приехал. В общем, крафты подписчиков у нас будут скоро. Не переживайте, можете даже под этим видосиком комменты дальше писать. В принципе, самые лучшие я отберу. Либо, может быть, как-то меня выловите, в игре найдете, ссылкой прям скидываете. Но это меня, конечно, надо еще поймать. Лучше всего, конечно, писать в комменты.
чтобы я как раз-таки, когда начал снимать видосик, увидел вас и просто там, я не знаю, ник пишите свой, чтобы я по нику нашел, либо просто крафт название. Если у вас крафтов много, пишите лучше по нику, так вас будет проще найти. А вот сейчас, конечно, я не хочу помирать, слушай, не хочу. Вот ведь светлячок-то, иди-ка ты лесом, а? Только два дикобраза мне забрал. Ну, зараза-то. Ну, ладно. Двоих мы уделали просто вообще классно. Давайте пойдем дальше. Ну, конечно, два дикобраза это уже не как четыре. В два раза хуже, конечно, но все равно неплохо, я думаю. Давайте. У нас там слева. Причем один искрится уже. Эх, блин, вот эти всякие светлячки, конечно, когда прилетают, это не очень классно. Еще и хаверасты вот когда так пуляют тоже. Ну, тут на такой моме надо с этим смириться. Здесь, не знаю, мне кажется, это два оружия. Это скорпион, гелиус, не, даже три гелиусы получается, и этот светлячок, либо горлич. Все, больше другого оружия нету. Четвертого не дано просто. Ну, нету ничего другого, согласитесь. Здесь одни ховеры. Вот такая вот этот стычечковозка. Ну, с Горынычем в данном случае. И все. И скорпы. Вот, в принципе, все разнообразие большого. Поэтому я не люблю слишком большой. Я люблю от 9 до 14-13. Там уже плюс 13, там уже начинается, ну, просто одно скорповодство. Просто одни скорпы. То есть, не, ну, неинтересно так играть. Здесь хоть какое-то разнообразие есть. Но в данном случае у нас, конечно, 16 косарей. И здесь эти скорпы как раз везде. У нас третье место по команде, но этот бой уже был нормальный такой. Ну, конечно, меня завалили со скорпов, конечно, классно. Ну, ладно, поехали в следующий бой. Ну, давайте теперь в этом бою сейчас кого-нибудь уделаем. Джеймс там у нас, ботяра такой мощный. Я закидываю. Хотя, наверное, может, сейчас можно не закидывать, потому что нету смысла. Сейчас они еще только подорвутся. Так, вот сюда вот я подкину. Сюда вот я прям подкину. Бочечек. Давайте, пацаны. Кто-нибудь напаритесь на эти бочки. Слушайте, будет вообще офигенно. Прям. О. Паучок, слушай. Это тебе. О, кто-то напоролся. Это тебе. И вот. Это тебе тоже, прикинь, братан. Вот сегодня акция, короче, 4 бочки забираешь, и тебе еще 10 в подарок. Слушай, вот просто вообще на халяву даю. Ой, и тебе тоже. Давайте, пацаны, бесплатно. Только сегодня, только для вас, только сейчас. Давайте, бесплатно. Что-то они как-то это неблагодарные вообще. Тут неблагодарные, офигели. Тут что-то настреливают еще. Чё вы тут настреливаете? Ах ты, зараза, мне дикобраза, уже два дикобраза отстрелил. Вообще, офигели, я им дикобразы там закидываю бесплатно. Они, блин, только пинаются что-то. Ну ладно, пацаны, сейчас мы вам... А, тут сейчас добить чисто осталось. Пацаны, что-то не нравится. Ну ладно, держите вам еще минки. Давайте на минки напороть. На маленькой минке напоритесь. Держи. Зараза-то, все дикобразы мне отстрелил. Ты какой... Слушай, я тебя... Мне хватит мощи тебя добить. Уж... О, нормально, союз. С этим дикобразом остался. Надо было... Надо будет видео назвать раздаватель просто дикобразов. У нас 647 очков за бой и 5 место по команде. Хотя я вроде нормально так настреливал, но ничего страшного. Теперь мы возьмем вот такой вот крафтец. Здесь у нас 3 дикобраза, созерцатель, но есть 2 капкана. Мы будем ловить кого-нибудь, кто к нам припрется. В общем, давайте его соберем, а потом поедем в бой. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless. Betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Ну вот такой вот у нас теперь крафтец, уже тоже на гуслях стоит. Ну, тот был на колесах, здесь уже гусли стоят. Вот, ну и самое главное, это радарчики сверху. Прям вообще самое главное.
Ну, давайте теперь на трех дикобразах покатаемся. Я смотрю, даже с такой защитой, блин, это не только в путь, вообще. Если тебе какой-нибудь паучок попадется такой классный, смачный, то тебе все равно хана. О! О! Даже капканы не нужны. Приманка живая. На живца, короче, ловим. Ну ладно, давайте подкинем, чтоб это... Чтоб что-то тут не выпендривался. Стой, хотя тут ему уже... Хотя ему там уже досталось 5000 урона, нормально. Я думаю, хватит. Пока что. Так, чего? Ты тут что ли это? Тоже? Ну ладно, у меня подарочков много, целых 60 штук. Так что ты это, погоди. Прилетит тебе, не переживай. Ах ты зараза-то, а. Смотрите, что делает. Тупо взял, туда заехал. Но мы сейчас тоже не пальцем деланные. Слушай, сейчас тебе прилетит, блин, вот это я промазал. Вот это я не промазал уже. Здорово, здорово, пацаны. Капканчик, я думаю, вам нужен. Давайте. Есть, моя тактика сработала. Типа я уехал. Я вот этого поймал, заразу, все-таки на кайдзю. Типа я уехал такой, не буду возвращаться, я испугался. Ой, а че меня так закоцать-то нормально? Главное такой, поехал радостный, думал, все, меня сейчас догонит. Сюрприз, пацанчик, ну-ка. Теперь вот этого надо уделать, он прям мешается, пипец как. Да блин, по нему не попасть, он, смотрите, он выше чуть-чуть летает, чем прошлый. Ну ты красава, конечно. А тот инвалид еще ездит, блин, ему там хпшек не осталось вообще. Давай, чувак, до свидос. До свидос, я же сказал, хватит тут кататься. Ладно, я думал, меня сейчас завалит, потому что у меня вообще хпшек нет. Мы сейчас спину обойдем. Давай, хамелеончик не успевает, зараза. Здорово, брателла. Здорово тебе тоже. Всем привет. Ой, ой-ой-ой, все, меня загасили. Но все равно надо умение, чтобы у вас было, чтобы кататься прям идеально на дикобразах. Потому что, видите, я не всегда попадаю. Просто сейчас на кочке подскочил. Дикобразы просто чуть-чуть сдвинулись. Я не попал по чуваку, по хаверастам-то и подавно. Я не всегда попадаю. Но с первых же боев мне дикобраз нравится. Это прям... такого быстрого урона нету ни одного оружия, даже у тошнителя. Ну, как бы реликт, он и в Африке реликт. А мне кажется, это оружие, у которого самый быстрый и огромный урон. То есть 5000 буквально за 2 выстрела, а если там еще в огне постоянно стоять, то там, наверное, даже и больше получится. А у нас косарь урона, но мы проиграли, и нас каким-то макаром обогнал Фрэнк. Я не знаю, каким макаром у нас обгоняют эти боты. А что это за боты такие, я не знаю, мутанты какие-то. Они всех игроков нормальных обгоняют. Вообще заполнили рандом, еще выигрывают нормальных игроков. Я валяюсь просто. Ладно, поехали в следующий бой. Ну, давайте теперь сейчас что-нибудь попробуем сделать. Это что у тебя? Тошки? Да, тошики у него. Что там у нас? Мастодонты. Это крушик. Это тошики, наверное, да. А там это ракетчик у нас. Ну, в принципе, классика жанра. Что-то только скорпов не видно. Забавно. О! А я-то думаю, что-то давно тапочек этих всяких сосисок не видно. Вот давно что-то не было. Вот прям вот здорово, брателла. Слушай, а я эти капканы подкину? Ну куда ты поехал, не туда. Ладно, завалили его. Свинка, классный ник. Свинка. Классно, ладно. У нас прям какой-то зоопарк. Еще не хватает, там, не знаю, волка какого-нибудь. Или еще красной шапочки не хватает. Будет вообще бомба. Будет рандом в красных шапочках, там, не знаю, волках и так далее. Ну-ка давайте. Сейчас мы всех... Сейчас мы... А у них, главное, скорпа есть, а у нас никого нет. О, здорово, брателла из прошлого боя. Давно не виделись. Стой, мандрагорщик. Я тебя завалить хочу. Не переживай, мы тебя завалим. Стоять. Стой, куда ты валишь-то? Сейчас у тебя мандрагоры-то отвалятся. Все, давай. Капкан, ну ё-моё, не попался. Мастодонт мне в спину прилетел. Какой бессмертный-то, а? Слушай, хватит, а? Ладно, пофигу на него. Я не буду за ним гоняться, толку нет, лучше союзом помочь. И так он уже ничего не сделает. У нас справа там кто-то есть, слева уже. Ты там где? О, вот этот пацанчик мне в спину стрелял, походу, да? Вот классно, ты, конечно, зарядил. Надо было капканчик ставить, чтобы он попался. Да, да блин! Союз запустите! О, да. Долго ехал, короче, не попал. Класс.
Ну, в общем, я говорю, надо умение на этом оружии, чтобы всегда попадать. У нас 5-е место по команде. Ну, прикольно, мне нравится оружие. Поехали в следующий бой. Ну, вот, последний у нас бой на этом крафте. Потом мы возьмем малоумный крафтец. Ну, давайте теперь кого-нибудь уделаем. Нам надо МВПшечку-то занять, и тут что-то... Вроде до МВПшечки чуть-чуть не дотягиваем, второе место, но МВПшки здесь так и не было. Да-да-да, удачи с своими ракетами вашими. Удачи попасть. У меня хамелеончик есть. Ой, извини, союз, пожалуйста. О-о-о-о. А вот это наш, брателла. Это вам. Ой-ой-ой. Капканчики я кину, чтобы если кто-то поехал, то ему его затормозило чуть-чуть. Блин, нет, все-таки я один не поеду. А вот бота надо завалить. По пути, так сказать. А то мешается. Мешается тут, понимаешь ли. Да блин, что-то я на гуслях давно не катался. Что-то мне крафтится, как я пьяный езжу вообще. Туда-сюда, туда-сюда. Вот так делает. Слушай, ты заколебал с ним кайзю. Сейчас не будет никакого кайзю. Вот еще кайзюшник, кстати. Ладно, мы пока вот это делаем. Так, надо его поймать. Есть, один капкан мне уже отстрелили. Он слишком тяжелый, мне кажется, он его не поймает. Поймал, но есть. Есть, ему полкрафта отвалилось. Да хватит, блин, все дикобраза отстрелил. Ты вообще офигел. Все, без ноги будешь. Без рог, без ног. Ой, что я сказал? Что я сказал? Да без разницы уже я весь помер, ладно. Без рук, без ног, чувак остался. Но Лаурс выиграет, походу, все равно. Без пушек, то выиграет. Ладно, давайте, пацаны, дозахватываем базу. Ну, у нас вся команда, по сути, живая. Мы выиграем по-любому. Поэтому давайте. Ботяров. Ботяра вообще с завода как. Смотрите, он ничего не коцанул. Красавчик вообще. Такой огромный вклад в развитие боя вложил. Прям, ну, вообще неоценимый. Классно, боты играют. Что у нас тут? 300... И как-то умудряются МВП занимать. Я валяюсь вообще, горю. 360 у нас. Бот меня обогнал. И как так-то вообще? Тот бот, который, блин, базу захватывает. Это, по-моему, тот бот, который вообще нифига не делал, который катался сейчас у меня рядом. То есть, я что-то катаюсь весь бой, пытаюсь что-то сделать. Вот стоит, базу захватывает, он лучшие очки. Офигенно просто, я похлопаю. Да, ладно, давайте теперь возьмем малоумный крафтец. Его даже собирать не надо, поедем сразу в бой. Ну вот он наш малоумный крафтец. Я не знаю, что у нас тут получится, конечно, на нем сделать, но... Давайте попробуем. Тыц-тыц, прямо подвеска вообще. Нанотехнология. Тран-тан-тан, пацаны, смотрите, какой у меня топовый крафт вообще. Прям прыгает к победе в прямом смысле этого слова. Оп, оп. Потом на мосту так классно делать вообще. Вот реально на мосту. На мосту-то тут прям вообще офигенно так будет делать. Опа! Опа! И просто в пропасть. Не, я сегодня так делать не хочу, что-то как-то расхотелось. Я просто буду вот так пока ехать, делать, просто привлекать к себе внимание. Пацаны, смотрите, какой классный крафт, не правда ли? Вам нравится? Что-то на меня никто внимания не обращает, а если обратить, то мне кажется, мне сразу же хана будет. Ладно. Мне только союзы не кататься, я капканчик выпущу, конечно. О, физик знакомый, подписчик наш. Сейчас мы физику закинем, поможем нашему... О! О! Я ж говорю, за меня заметили, ура! Меня заметили! Минванчики, ё-моё. Валить! Валить надо! Брателла, держись! Это в качестве приманки тебя используют? Хотя нет, меня сейчас тоже, походу, грохнут. Пацаны, help me, пожалуйста, срочно! Прыгаем! Убегаем! Давай, беги! Давай! Давай, дикобраз остался. Нет, без вариантов, здесь нас всех уделали. Я на своем крафте-то много ли сделаю? Вот ты вообще, слушай, еще и в спину стрелять не будешь. Где ты там? А, понятно. Хайраста-то я не грохну. Потому что я дикобразчик. У меня опыта на них нету. Да, чувак, я понял. Ты меня сейчас завалишь на судьях, реликты. Да иди-ка ты, блин. Я ничего не могу с ним сделать. Да, и добил. Класс. Ну вот такой офигенный крафт. Называется «Бойся всех». Вот что я могу сказать. Ой, штыри, я давно не видел такое топовое оружие вообще. Ну, оружие для любителя на самом деле, но кому-то нравится. Давай. Ну! Завали всех, завали! Мог на перезарядочку поставить. Ну, надо было этот, там, не бокс на перезарядку поставить. Зачем на мощность, непонятно.
Ну, может, не знал, может, случайно нажал? Ну, ладно. У нас поражение! Классика жанра, 467 очков за бой и 4 место по команде. Я особо ничего не сделал, я заметил то, что ты что-то пытаешься сделать, что-то тащишь всю команду. У тебя там, ну, ладно, 6 место так уж и быть, по-братски, да? Когда ты что-то пытаешься, что-то настреливаешь, что-то это... Вот так, пожалуйста, тебе... Точнее, наоборот, когда ты пытаешься что-то сделать и прям... Стараешься, у тебя какие-нибудь 6 места, а когда ты нифига не делаешь, у тебя 4. Ну, вот так вот бывает. Ладно, что-то я тут запутался, поехали в следующий бой. Ну, давайте в этом бою попробуем побольше понастреливать, побольше прожить времени. В том-то бою мы... О, чувак, красавчик, сразу слился, видите, испугался, как моего крафта. Это прям бомба, мой офигенный крафт, на пневмоподвеске всех пугает. Сразу же... Я выигрываю не силой, а моралью просто всех. Все боятся меня. Ну-ка. Да, класс. Что тут творится, я не знаю. Ладно, я... Да куда вы меня за это? Чувак, ты гений, конечно. Слушай. Ты нанотехнология. Да что, вот что он сделал вообще? Я не понимаю. Взял меня еще, наверное, минуты две держал еще. Молодец, что я могу сказать. Красавчик. Причем не только меня поджал, а всех там. Теперь у меня крафт дрифтит, потому что он слишком легкий. Давай! Короче, вот так вот можно за колесами делать, чтобы выпрыгивать от всяких союзов. Ой, как классно, сейчас взлетел, еще союз его добил. Ай, блин, надо, конечно, учиться вот так вот в дрифте закидывать, как раз таки. У меня сейчас крафт постоянно дрифтит, потому что он очень легкий стал. Видите, я неуправляемый просто. О! Это что такое? Что это за штука такая? Она еще летать не может. Сейчас, мне кажется, из нее просто ракеты сейчас вылетят. Мне раскроются эти крылья, и она взлетит. Реально, такая нанотехнология была. Да, у меня тоже классный крафт, не правда ли? Давай! Такое чувство, что передние колеса, они даже парят. Смотрите, переднее колесо, оно парит. Оно даже не ездит. Классно катаем. Где там хайраст-то этот? Ага, понятно. Ну все. И я такой огромный вклад сделал в победу. Пару раз выстрелил, 702 очка заработал, 3 место по команде. Ну, блин, МВПшка не получилась. Поехали в последний бой. Ну, как бы на МВПшечку я уже не надеюсь. Это что такое? Это что такое? Что это он хотел этим показать? Я не понимаю. Это новый вид пламя. Слушайте. Это не хухры-мухры вам. Да-да-да, чувак, я вижу, какой ты крутой. Не понимаю, что он такое хотел сделать, конечно, но что-то он, видимо, экспериментирует. Он, видимо, что-то строит и тестит это в рандоме, потому что у меня явно крафт не доделан. Но, в принципе, идею я понял этого крафта. Ой, как классно залетело, слушай, триггерщику. Всегда бы так триггерщиком залетало. О, давай, до свидос! Че тут еще кто живой остался? О, раз, иди-ка ты нафиг. Я понял, что я со своими классными умениями, блин, просто я никого не уделаю из хайрастов. Я максимум там, не знаю, пну чуть-чуть этим дикобразом, и все, я больше ничего не сделаю. Меня уже дикобраз один забрали. Мистеры хайрасты всякие. А! Ай, капкан! Капкан! Ты где? Капкан куда-то сдриснул. Классно. Капкан испугался. Ты тут чё? На своем парсере. Я понял тебя. И добивать меня главное. У него там толпа едет, меня надо добить. Понятно, все, теперь у меня из всего крафта осталось ничего. У меня остался капканище. Такой огромный прям вклад в победу сделает сейчас. Очень многое. Ну ладно, будем базу захватывать. Все. Будем захватывать базу. И вот так вот. Так, у нас МВП есть. Никого из наших из команды не завалили. У нас абсолютная победа без потерь. И еще МВП. Ну это прям офигенно. Прям муа, конфетка. В общем, что я скажу по дикобразу? Да и опять же я скажу так, что за такие деньги... Реликт, ну не может быть он плохим, ну просто не может. Ну, ой, что я пишу, реликт. Что-то не находит, реликт пишу. Стоит, конечно, он, ну смотри, 32 тысячи в сравнении с другими, допустим, там, тайфунами, крушителями и так далее, он стоит, ну, дороже. Но не дешевле скорпиона, в принципе, то же самое. В общем, дикобраза, мне кажется,
Мне даже больше, чем скорпы понравились. Скорпы уже как-то реально задолбали. Весь рандом в этом просто. Хочешь что-то новое попробовать? Конечно, не для всех это новое. Многие на дикобразах уже катались, а многие даже до реликтов не накачались. Вот. Но, в принципе, дикобраз мне понравился даже чуть больше, чем скорпион. Ну, просто как-то мне это оружие больше нравится. И это оружие катается на колесах. А я люблю колеса. Это прям... Не знаю, любой ребенок, наверное, разберется в колесах. 4 кнопки, всего назад, вперед, лево, право. Это не ховер, где там дохрена этих кнопок. Вот. А, ну, в общем, вот такое вот оружие. Пишите в комменты, на что сделать следующий обзор. Ну и как вам дикобраз. Мне кажется, дикобраз вам тоже зашел. Ну, на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока. Stadium packed, born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad.